Сегодня артистичные и талантливые ребята радуют своего зрителя стихами, песнями и зажигательными танцами. Фестиваль «Рождественские звездочки» проходит в нашем городе третий год. В этом году для участия было заявлено более 500 участников. Отборочный тур проходил в формате онлайн. Ребята действительно дистанционно заявлялись, потому что в очном режиме это невозможно было сделать. Заявки были в дистанционном формате. И возможность была в дистанте – это и исполнить музыкальный, и именно показать номер в дистанте, то есть снять и направить, и также прочитать стихотворение. То есть такая возможность была. Я думаю, что обороты этого фестиваля только набираются, и следующий год это больше и большее количество участников. Принимают участие в фестивале ребята разных возрастов и национальностей. Радует и то, что среди участников есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Этот праздник неожиданно для нас всех обрел новые краски. Мы ввели такую категорию, как новогодний праздник, для того, чтобы детишки других национальностей, другого вероисповедания могли принять участие. И у нас, вот вы видели, что у нас пели колядки на украинском языке, у нас читали стихи на башкирском, на татарском языке, пели песни на башкирском языке. И поэтому мы даем возможность нашим детишкам проявить себя с той стороны, где они считают, что они талантливее и где-то могут поучаствовать в конкурсе. Фестиваль объединил в себе несколько направлений. Наши ребята умеют не только петь и танцевать, но и отлично рисуют и делают поделки с историей праздника. Я не завидую жюри, которым приходилось выбирать лучшие работы, потому что каждая из них, она лучшая по своей сути. Поэтому все молодцы, абсолютно все, кто принимал участие, и не только кто выиграл какие-то призовые места, потому что главное – это положительные эмоции. И мне кажется, мы этого добились. Фестиваль «Рождественские звездочки» еще раз доказал, что наш город богат на таланты. Дети активно демонстрируют свои возможности. Они не боятся сцены, они настоящие звезды. Я считаю, что очень хорошее начинание, очень доброе, теплое мероприятие, очень много положительных эмоций. И нам нужно даже смотреть дальше. Я думаю, что нужно разработать и логотип этого мероприятия, и даже, может быть, гимн, чтобы выйти на республиканский уровень. Сегодня каждый заслуженно получил свои награды своей номинации. На следующий год будет уже новый фестиваль, и на сцене вновь зажгутся яркие звезды. Лилия Шениязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».